Це наша тема сьогодні. І хто ж буде відповідати на мої і ваші запитання? Скачко Борис Глібович – лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог. Автор понад 40 наукових статей, 50 опублікованих книг та брошур. Написав більше 1000 статей в газетах, журналах, інтернеті. Провів понад 150 відеолекцій. Пане Борисе, дякую, що ви сьогодні з нами. Ще хочу нагадати усім нашим глядачам про нашу телефонну лінію. Вона для вас працює, а номер він простий, він незмінний. 490-11-34, якщо у вас є запитання до нашого гостя. Не соромтеся і телефонуйте. Пане Борисе, сьогодні у нас дуже цікава тема. Це от скільки треба пити води і що ми маємо на увазі, коли говоримо про воду? Це соки, це супи, можливо, це сік, який можна просто придбати у маркеті. Можемо з вами розказати нашим глядачам, що ми взагалі маємо на увазі, коли говоримо про вода для життя, вода для нашого здоров'я. Ну, в принципі, любой источник качественной воды, он служит для обмена веществ, и такая вода считается. Про якість, чи ми можемо сьогодні говорити у нашому сучасному світі про якість взагалі? Можем, потому что, ну, технологии обработки воды, особенно в растительном царстве, они работают уже тысячелетия, и слава богу, не пробоев нет. Потому что все растительные продукты так или иначе очистили воду и набрали, допустим, в тех же плодах, в тех же каких-то других частях растений воду. Ну, давайте одразу з основного запитання, яке найчастіше турбує наших глядачів, коли людина пише до нашої програми, там фігурує одне основне запитання. Скільки рідини я маю вживати на добу? Скільки склянок, можливо, так будемо виміряти? Тут, скоріше, потрібно соотносити з весом людини. Тому що людина в кожному віці і в кожній весовій категорії, він має свою потребність в воді. И если мы берем детей грудного возраста, то потребность в воде 10% от массы тела. То есть ребенок родился весом, там, допустим, 3-4 килограмма, вот 300-400 миллилитров воды в материнском молоке, если не хватает здесь, нужно допаивать ребенка, потому что иначе ему будет не хватать. Тут, вы знаете, також дуже спірне запитання, тому що деякі педіатри, вони наголошують на тому, що, в принципі, окрім грудного молока, дитині до 6 місяців взагалі не треба пити водичку. І ще наполягають, що треба допоювати дитину. От ваша думка. Это если ребенка держать в комфортных условиях. В Европе, да, там кондиционеры, там, скажем так, условия более-менее комфортные. У нас немножко другие условия. Вот сейчас температура была еще недавно далеко за 30. И в этих условиях ребенок очень быстро теряет воду, потому что относительная поверхность тела его выше. И он быстрее обезвоживается, чем взрослый человек. Поэтому здесь допаивать нужно. И вода должна быть в различных системах. В том, в молоке, да, она там есть. Никуда мы от этого не денемся, но прикорм, докорм, там тоже есть вода. И отдельно вода тоже помогает в организме. Но тут важно понимать, чтобы вода не мешала системе пищеварения. Потому что тут начинается конфликт. Да, есть рекомендации, там, пейте чистую воду, пейте 2-2,5 литра, 1,5. То есть разные рекомендации есть, но эта вода не может войти безболезненно в организм, не нарушив работу системы пищеварения. Поэтому для того, чтобы усидеть на двух стульях и пить, и есть правильно, вот здесь нужно комбинировать. И чистая вода фактически может в организм войти только утром, когда пищеварительная система пуста, она никому не конфликтует. Але мы так с вами не ответили на запитання, сколько рідини має вживати людина. Вы сказали, что треба дивитися на массу тела людини. Конечно. Давайте приблизно, если людина важит, ну давайте, 60 килограммов, сколько треба ей вживати рідини? То есть взрослый человек весом 60 килограмм, у него потребность в воде это 2,5-3 литра в день, ежедневно. Это в комфортных условиях. Если он не ведет физически активный образ жизни. Если он пошел в тренажерный зал, решил там побегать по стадиону, потребность в воде резко возрастает. Потому что он потеет, у него одышка есть, он теряет больше воды, чем в комфортных условиях. Потому что вот эти вот 3 литра для этого человека, это в комфортных условиях 18-24 градуса. И практически в состоянии покоя. Только любая активность, потребность возрастает. Треба доповнювати кількість води. Да. И вот здесь возникает конфликт, когда мы пьем воду, и пьем различные воду в составе каких-то продуктов питания. Эта вода более выгодна. Потому что пищеварение по-иному называется гидролиз. То есть идет расщепление продуктов питания на простейшие компоненты с присоединением воды. Вот если воды нет, если соков пищеварительных мало,
пищеварение нарушается, возникают проблемы. То есть мы говорим не лише про чисту воду, звичайну водичку, говорим про фрукты, про овощи, где також є рідина, я вас правильно зрозуміла? Конечно. Причем это... И те самые 2,5 литра воды, они также мають вміщуватися и в фруктах, овощах, супы, так само, правильно? Хорошо, безусловно, да, там везде есть вода, причем если мы берем плод, берем там, допустим, яблоко вот, или берем арбуз, то там вода чистая, она отфильтрована растением. Если мы берем просто воду, водопровод, там, не знаю, колодец, родник, вот здесь возникает вопрос, как ее доочистить. Потому что это вода. Вопрос качества этой воды – это большой-большой жирный вопрос. Я за вами абсолютно и стаканом другим этой воды можно отравиться легко и просто. У меня родственник буквально несколько недель назад отравился просто колодезной водой. Говорит, у меня класс, у меня, вернее, не колодец, а скважина. Говорит, у меня глубокая скважина. А скважина – вопрос… В скважине стоит вода, и это место для развития бактерий. Если долго не пользуюсь скважиной, можно отравиться вот этой самой водой, потому что там куча бактерий разных. Але якщо говорити про якість води, оскільки ви сьогодні наш експерт, ми ставимо запитання своє для вас і хочемо слухати ваші думки і поради. От ви вдома у себе, як ви очищуєте воду? Фільтр. Фільтр, тому що водопровод в більшості городів України, он старше среднего возраста жителей Украины. Чаще. И вот здесь вот возникает проблема. ГОСТ – это на станции водоканала. Вот там ГОСТ. А пока вода пройдет по водопроводу, тестируется по ГОСТу только кишечная палочка. И практически все. А воду, через воду могут попасть вирусы. Самый чемпион по ним – это вирус гепатита А. И редкий счастливец переболеет вирусным гепатитом А после 20 лет. Как правило, все это значительно раньше. Сегодня нашли микромицеты. Это грибы, которые живут, которых уничтожить очень сложно. И они своими токсинами достают организм человека, и кипячение тут не имеет значения. Знаете, многие считают, ну ладно, грязная вода, водопровод плохой, дай-ка я вскипячу эту воду. Так. А здесь возникает проблема, если пришли бактерии. Кипятить нужно не менее 15 минут. Лучше хотя бы полчаса. Кто это будет делать? Можно, конечно, но это делают единицы, вот, но можно таким путем. Но вопрос, что мы получаем в этом случае? Мы получаем бульон из этих самых бактерий, грибов, вирусов, которые варились в этой воде и они же никуда не делись. Дозвольте мені ще раз нагадати усім нашим глядачам про нашу телефонну лінію. Номер працює для вас протягом усього нашого прямого ефіру. Він простий, він незмінний. Телефонуйте до нашої студії 490-11-34. Будемо раді вам допомогти. Говорили з вами, що є стандарт, ви казали, що 60 кілограмів, що важить людина, це 2-2,5 літри води. В комфортних умовах. Так, комфортні умови мають бути. Якщо людина важить більше, тобто ми збільшуємо кількість води. Однозначно, да. Иначе нельзя, потому что обмен веществ идет в водной среде. Что такое вода фактически? Это машина, которая должна переносить питательные вещества из пищеварительной системы через кровь в клетки, а те обменные шлаки, те продукты жизнедеятельности, которые выработала клетка, эта вода должна растворить и вынести на выделительную систему, где они потеряются из организма. И вот тут вода работает, она активна. Сама по себе вода, нагнали Киев, да, хороший город, прекрасно, загоните в город, вывезете 500 000 пустых машин. Все, пробки на дорогах, все стоит, нигде ничего не работает. Тут важно, чтобы все сочеталось. Поэтому разъединять воду и продукты питания нельзя. Их нужно сочетать вместе. И вот тогда система будет работать. Тогда пища зашла с водой, состоялся процесс пищеварения, он достаточно продолжительный, особенно по белкам. Дальше в растворенном виде в воде. Все это попадает в кровь в простейшем виде, там, в виде жирных кислот, в виде аминокислот, в виде простых углеводов. И с водой приносятся клетки. Вот тогда система работает. Иначе нужно быть нобелевским лауреатом по математике, что нонсенс, просчитывая время переваривания пищи, а потом добавить воду, чтобы они одновременно встретились в кровеносном русле и пошли в клетку. Наше завдання сьогодні з вами дати якісь прості елементарні поради нашим глядачам, щоб нічого там не враховувати, а просто людина знала, скільки я маю вживати рідини на добу, і як це може мені допомогти. Ви, лікар з великим стажем роботи, ви можете по людині побачити, що, от ви знаєте, ви недостатньо вживаєте води, і у вас це видно. Є якісь симптоми, якісь ознаки? Звісно. Коли води не вистачає, перший індикатор, найпростіший у мужчин – це облысение. Вопрос в чем? Волос живет в этом организме, ему нужно питание и нужно очищение. Волосы живут в среднем 5-8 лет, и если не хватает питания и не хватает более-менее грязная кровь, здесь возникают проблемы, волосы начинают просто чаще выпадать.
Самый простой пример, есть лиственные леса, есть хвойные леса. И там падеж идет, но лиственные леса каждые там несколько месяцев, каждый, допустим, полгода, хвойный лес, там хвоинки теряются по одной. И вроде как дерево зеленое, смотришь, хвоя лежит на земле. И не состыковка, откуда же она взялась, если дерево зеленое. Просто выпадает редко. Если же перенести на человеческий язык, то если волос не получил свое питание и получил много токсических веществ, возникает проблема. Очень часто облысение идет на фоне стрессов. Стресс блокирует пищеварительную систему. Понятно, весь организм голоден, в том числе и волосы. Стресс блокирует работу фильтров. Печень и почки в стрессе не работают. Кровь грязная. И у человека, да, перенес там какая-то была проблема на работе, дома, неважно где. Смотришь, он начал лысеть. Связь есть. Вот. Тобто, якщо не вистачає рідини в організмі, це також стрес для людини, для організму. Конечно. Потому что при этом очень важный момент, густеет кровь. Очень часто у людей, которые ну, не знают, как правильно пить воду, появляется такой диагноз, как ВСД, или вегетативная дистония. Густая кровь не может попасть к мозгу, а мозг должен получить 20% крови. Только кровь густая, мозг не получает свой кислород, не получает питательные вещества, он начинает шалить. Какая зона мозга, почему называют ВСД многоликой? Потому что то одной зоне мозга где-то тут не хватило крови, то другой. И начинаются страхи, тревоги, депрессии, апатии, там всевозможная клиника. А проблема одна – густая кровь, темные круги под глазами. Это тоже проблема густой крови. Это проблема того, что в крови мало воды. Ну, я не говорю про чувство жажды. Лето, жара, жажда. Жажда – это уже, ну, знаете, такая желтая карточка организму. Когда, вернее, образу жизни того человека, который достиг чувства жажды. Потому что организм просто кричит. Потому что кровь густеет, и в этом случае ни в коем случае физическая нагрузка. То есть нужно определить источник воды и пойти к нему. Пусть это будет даже болотная вода. У нас есть запитання від наших глядачів. Ще раз нагадаю, наш номер, він для вас працює, він незмінний. 490-11-34. Будь ласка, алло. Ваше запитання. Алло. Алло, доброго дня. Раді вас чути, яке ваше запитання? Я хочу спитатися пана лікаря, як він відноситься до заморожування води. Угу. Дякую вам за ваше запитання. Дякую. Это один из способов очистки воды от микроэлементов лишних, от солей. При замораживании, ну, нужно замораживать температура -4, -6. При такой температуре вначале у стенок замерзает чистая прозрачная вода, а по центру столбик солей, от которых потом легко избавиться. И фактически таким способом можно получить практически дистиллированную воду. Но она не будет, к сожалению, очищена от бактерий, от вирусов, от грибов, которые там могут присутствовать. Они, к сожалению, увы, они замерзают просто в толще воды, они в этой системе удалиться не смогут. А химию, да, можно таким образом практически любую воду сделать экологически чистой и пригодной для питья. Да, от микроэлементов, потому что перебор солей жесткости в воде, у людей страдают суставы, страдают зубы, страдают почки, которые не могут удалять вот этот избыток солей из организма, там появляется песочек, камни, то есть там целый вор проблем нарастает. Если воду прокипятить, а потом ее заморозить? Можно, но остаются токсины от бактерий. Мы бульон все равно получаем, фильтровать надо. Вопрос в чем? Перед тем, как употреблять воду, ну, должен работать фильтр. Когда мы берем яблоко, оно отфильтровано. Его отфильтровало дерево. Потому что под корой один раз в жизни этого дерева включается слой камбиальных клеток, через который идет фильтрация. І чим більше дерево, тим чище вода в яблуці. Багато суперечок про фільтри, тому що кажуть, що якщо буде забагато фільтрів, то вода буде просто мертвою. Ми знаємо таке поняття. Подождите, но мертвая вода и мертвый человек – это две большие разницы, но они могут быть. Поэтому вопрос в чем? Если, да, мы воду получили как воду, как H2O, в принципе, в диетологии это самый лучший продукт. Потому что если я на такой свободной от микроэлементов, от солей воде, буду заваривать, варить украинский борщ, буду варить какие-то компоты, никакие химические вещества в воде не мешают извлекать полезные. Если мы возьмем фармакологию, то по фармакопее настои, отвары из лекарственных растений только на дистиллированной воде. Потому что, понимаете, тут же фокус какой? Вода как бы у всех одинаковая, но в Полтавской области вода одна, там одни соли, на Закарпатье другие, там, не знаю, на юге Украины третьи. Весь этот непонятный для человека состав, он не знает, что у него там в воде находится.
какие соли мешают извлекать полезные вещества. И он фактически заваривает, ну, на непонятного составе жидкости те свои продукты питания, которые он получает. Поэтому вода, на мой взгляд, да, есть разные ГОСТы, не дают по закону переочищать воду до дистиллята, запрещено. Но с точки зрения здоровья, пить, да, даже дистиллированную воду можно пить утром. Она больше всего грязи вынесет. В течение дня не нужно, потеряем много. Як саме пити, коли саме ще поговоримо, у нас є ще один телефонний дзвіночок, ваше запитання. Алло, будь ласка, готові вас послухати. Алло. Алло. Алло, можна задати вопрос? Будь ласка, ми вас слухаємо уважно. Ага, я обращаюсь в Борису. Так. І я вже два місяці п'ю эту воду, трьох мінералів, камінь, в тому числі і кварц. Какое проведення время її эту воду надо пити? Я вам дякую за ваше запитання. Я не слышу, какую воду? С кварцем. А, с кварцем. Так, так. Ну, кварц, насколько я помню, он практически нерастворим в воде, поэтому тут сложно ответить на вопрос, что же будет с водой в этом случае. Есть более растворимые минералы, там шунгит, кремний, они понемножку растворяются, но это микродозы, и фактически так... Они могут влиять на разные заболевания, могут изменять качество воды, но все-таки, я говорю, для врача-диетолога идеальная вода – это пустая вода. Без ничего, без примесей, потому что еда фактически, если мы воду плохо термически обрабатываем, мы не можем обезопасить ее от бактерий, от вирусов, и здесь еда становится питательной средой, прежде всего для этих паразитов в нашем организме. И вот здесь вот начинается конкуренция. Поэтому чем чище будет вода исходно, тем больше пользы для здоровья и от продуктов питания, приготовленных на этой воде. И от употребления этой воды. Я вам дякую. А от скольки рідини мають жувати люди, які страждають на цукровий діабет? Давайте подивимося просто зараз. Ще раз нагадаю, наш номер від для вас працює. 490-11-34. Зараз сюжет. Майже для кожного українця спекотні дні – це справжнє випробування. А для людей з цукровим діабетом – тим паче. У діабетиків під час спеки може змінюватися рівень цукру у крові, артеріальний тиск, порушуватися ефективність секреції інсуліну та процес потовиділення. Юрій у свої 50 має цукровий діабет другого типу. Після діагнозу змінив спосіб життя повністю, дотримується рекомендацій лікарів, а тому спека, каже, найменше, що його турбує. Упевнений, дуже допомагає звичайна питна вода. Суточная норма, я выпиваю где-то от полутора до 2,5 литров воды. Но комнатной температуры не холодной. Комнатной температуры фильтрованную или вот бутылированную воду. Когда жарко, то есть все равно человек потеет чаще, то есть процесс отдачи влаги с организма происходит быстрее. Влагу надо пополнять. Водний режим, кажуть фахівці, для діабетика надзвичайно важливий. Вживання 8-10 склянок рідини на добу має стати нормою. Конечно, мы рекомендуем минеральную воду, потому что минеральная вода имеет какие-то там минеральные составляющие. Воду обязательно с газом, потому что она немножечко раздражает как бы слизистую желудка, умеренно. А это очень хорошо, ну то есть как бы все проистекает и утоляет жажду лучше. Одна з рекомендацій – легкі фізичні навантаження. Для Юрія – це 8 кілометрів пішки щодня та басейн двічі на тиждень. Если неделю не позанимаюсь, то вот, или не поплаваю, или не получается где-то там в командировках или где, потом начинается, чувствую, во-первых, что начинают болеть суставы в ногах, не суставы, а мышцы икр, ножные, икроножные мышцы болеть начинают. То есть это первый признак того, что уже сахар пошел вверх. Однак улітку фізичні вправи краще виконувати зранку або ввечері. Також у літній період лікарі рекомендують скоригувати свої харчові уподобання. Кисломолочные продукты, да, и холодные супы, окрошка, гаспачо, вот это то, что на айране, кефире, оно охлаждает немножко организм и вот способствует профилактике разных тепловых ударов, и лучше переносится жара, и опять-таки это восполнение жидкости. Обмежити перебування під відкритими сонячними променями, носити одяг зі світлої легкої тканини та відкрите взуття на товстій підошві – теж рекомендації лікарів. Окрім того, дуже важливо проходити експрес-огляд в ендокринолога перед початком кожного літнього сезону. Анна Веремій, Іван Рудюк для вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю».
Це програма «Алло, лікарю». Як завжди для вас ми працюємо у прямому ефірі. Якщо ви готові поставити своє запитання нашому гостю, будь ласка, телефонуйте 490-11-34. За останній місяць до лікарні через зневоднення потрапили десятки людей. А чи знаєте ви, скільки рідини треба пити, щоб не стати жертвою спеки? Як уникнути теплового удару? Яку воду має пити людина з цукровим діабетом? Та яких рекомендацій дотримуватись діабетикам, аби пережити спеку? А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Сачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт, дієтолог. Пане Борисе, дякую ще раз, що ви з нами. Ми говоримо сьогодні про те, скільки рідини має вживати людина на добу. Давайте поговоримо, коли саме людина має пити протягом дня і коли найбільше. Це має бути зранку, це має бути навпаки ввечері. Коли саме, як правильно? Ну, утро лучше начинать со стакана воды или со стакана воды, допустим, с медом, с лимонным соком, с яблочным уксусом, чтобы разбудить пищеварительную систему. Перед сніданком на часах. Обязательно, да. Либо просто вода, либо вот такая вода. То есть, если времени много утром, человек проснулся, он может и стаканчик выпить, и другой выпить. Пищеварительная система пустая, организм за ночь подсыхает, он потеет, дышит. Щоб теряє воду, вода зайде, очистить кров, все буде нормально. Їсти можна одразу, чи треба витримати якийсь час? От якщо времени много з утра, можна випити просто чисту воду. Якщо времени не вистачає, тут краще випити водичку з медом, з якоюсь кислотою, для того, щоб одновременно і компенсувати потери води, і розбудити пищеварительную систему. А снідати коли? А от минут через 15, після воды з лимонним соком или з яблучним уксусом, появляється здоровий апетит. И вот здесь нужно кушать, но в зависимости уже от погодных условий. Если жарко, то лучше какие-то кисломолочные продукты, может быть какая-то кашка. Если вот будет прохладно, пойдет осень, тогда мясо, рыба, птица, уже эти продукты тоже можно носить с утра. Давайте послухаем еще одно запитание. 490-11-34. Алло. Алло, вопрос к доктору. Будь ласка. Как он относится к очистителю Эковод? Алло. Так, ми вас послухали, я вам дякую за ваше запитання. Знову ж таки, людей дуже турбує питання очищення води, люди використовують різні засоби. Якщо хочете, відповідайте, але тут, ну, щоб не було... Ну, фактичний електроліз води, коли робиться жива і мертва вода. Ну, з одної сторони, це інтересно, тому що, коли кажуть, що воду не можна гріти, а коли її б'ють електричним током, тут теж свої нюанси. Ну, таким образом, теж можна убрати хімічні компоненти, які знаходяться в воді, і теж можна очистити. Я чому кажу, хочете відповідати чи ні, тому що скрізь є свої за і да, проти, конечно, да. І тут такі дуже треба горювати. Однозначного ответа нет, але для пит'я ця вода може пригодна бути небольших кількостей. Это не тот источник, который нужно пить и сколько угодно. Я вам дякую. 490-11-34 – это наша телефонная линия. Мы чекаємо на ваши запитання. Будь ласка, не соромтеся, телефонуйте. Знову ж таки, протягом дня, коли, як ми маємо вживати воду? Це має бути там через кожні півгодини, годину, по стаканчику чи більше. От як ви порекомендуєте, як це робити найкраще? От якщо взяти систему питання в розвитих странах, там, де люди живуть дольше всіх, то они кушают 4-5 раз в день. И вот 4-5 раз в день и разделить, там, допустим, отнять 8 часов на ночной сон, у нас получается не так много времени. То есть 3-4 часа получается на один прием пищи, и это здорово. То есть, но вода где может быть? Вода может быть в самом продукте питания. И это правильно. Если же мы пробуем пить воду до еды, во время еды, после еды, то есть чтобы все-таки водный баланс поддерживать, тут встает вопрос качества воды. Если перед едой, если вы уверены, что еда предыдущая уже переварилась, желудок пустой, и у вас состояние уже после еды, да, можно пить. Но это вопрос философский. А как мы можем побачити, чи у нас порожній шлунок? Це має бути відчуття легкого голоду, чи як? Реально, это только врач, гастроэнтеролог залезет зондом, и он может сказать, все, может, желудок готов к следующему приему пищи. Вот. В обычных условиях так. Мы можем не нарушить систему пищеварения водой, которая будет обладать сильными сокогонными свойствами. Вода сама по себе, она практически слабое сокогонное средство, она разводит желудочный сок и тормозит процесс пищеварения. Это очень дорогой способ снижать вес, он пришел к нам из Америки, там где людям говорят, да, вот ешьте ведрами еду и пейте воду, влили воду, пищеварение нарушилось. Ну, я знаю уровень здоровья этих людей, от них
пахнет, мягко выражаясь, очень активно, потому что гниение продуктов питания дает, ну, очень плохо для здоровья. Я вас на секунду прерву. У нас еще один телефонный звонок, 490-11-34. Алло, будь ласка. Алло. Ради вас чути, это ваше запитание. Добрый день. У меня такой вопрос. Я каждый день начинаю со стакана кипяченой воды обязательно. Правильно ли это? Кипяченая, я имею в виду, у меня нет фильтров. И второй вопрос. 2,5 литра в день. Туда входят, допустим, суп, чай и другие жидкости в течение дня. Спасибо большое. Дякую вам за ваше запитание. Будьте здоровы. Можно начинать со стакана воды, да. Вся вода в продуктах питания, мы уже об этом говорили, она входит в состав вот этих 2-3 литров воды, которые нужны каждому человеку ежедневно. И для того, чтобы не нарушить процесс пищеварения, вода должна обладать сокогонными средствами, сокогонными свойствами. То есть она должна быть подкислена, она может содержать кофеин. Поэтому чай, кофе во время еды, если они попадают в желудок, они немножко разбавили желудочный сок, да. Это немножко продлило время на пищеварение, но кофеин, который там есть, органические кислоты, которые там есть, раздражают желудок, усиливают секрецию желудочного сока. И что мы получили на выходе? Еда вошла в желудок, вызвала на себя одно количество сока, мы ввели чай, кофе, разбавили, но добавили еще сок. То есть, что мы получили? В итоге мы улучшили процесс пищеварения. То есть, мы получили плюс. Тобто, мають бути якісь подразнюючі ефекти. Не просто суха вода, а подразнюючі ефекти. Верно. А если мы влили, вот пища вызвала на себя секрецию сока, как-то идет процесс пищеварения, влили воду, она сок не вызовет на себя. Она разбавила, пищеварение притормозилось, а потом, когда эта вода уйдет из желудка, пищеварение восстановится с той силой, которая была до этого. То есть, мы фактически рискуем чем? Мы рискуем тем, что пока вот мы играемся с водой, пищеварение в желудке эффективно не идет, а патогенные бактерии есть. Пища у нас не стерильна, вода не стерильна, слюна, которую мы глотаем, тоже не стерильна. У нас не хватает лизоцима. Когда рассказывают, знаете, вот сыроеды говорят, вот, только человек додумался варить пищу, конечно. Но только человек додумался еще и мыть ее. Ни одно животное, ну, за редким исключением, не моет пищу перед тем, как ее съесть. Они едят пищу, как есть, с теми бактериями, которые там лежат. С теми вирусами, с теми, мягко выражаясь, не самыми лучшими для здоровья компонентами. Еще у нас есть запитання нашого гостя. Будь ласка, 490-11-34. Готовы вас послушать. Ваше запитання. Алло. Алло. Добрый день. День добрый. Ваше запитання. Я хочу узнать у доктора. Вот воду я фильтрую. И потом настаиваю в 2 бутлях. Одну с шунгитом, другую с кремнием. На ней же и готовлю кушать. Можно ли этим помочь своему дисбактериозу? И вообще, чем она полезна, эта вода? И полезна ли вообще? Дякую вам за ваше запитание. Будьте здоровы. Знову ж таки, питание в чищенні води. Я бы не советовал так делать по той простой причине. В статических условиях вода, пока находится в бутле и настаивается шунгит либо кремний, там бактерии есть. И эти бактерии начинают развиваться, и если посмотреть, взять эти камушки и попробовать их потереть, мы почувствуем там слизь. Слизь — это бактерии, которые размножились, причем в макроколичествах, это не то, что там одиночные бактерии. И теперь вода отдельно, кремний или шунгит отдельно, а между ними слой бактерий, который производит свои продукты жизнедеятельности. И вода настаивается, уже обогащается не кремнием или шунгитом, а обогащается вот их продуктами жизнедеятельности. Ну, в принципе, на рынке есть фильтры и с шунгитом, и с кремнием. Это сегодня не проблема. То есть можно поискать, найти и делать не 2 движения. Вначале фильтровать, а потом настаивать. А одно, главное, чтобы оно было безопасно. Потому что вода не должна стоять. Это самая большая проблема. Когда люди отстаивают воду, а вода не стерильна. Воздух не стерилен. И у нас получается, вода превращается постепенно в болотную воду. Мы же гирше робимо. Совершенно верно. Для здоровья это больше опасность, причем она непредсказуема. Мы не знаем, какие дикие бактерии попадут в эту воду, начнут там размножаться. Я вам дякую, будь ласка, ще запитання до нашого експерта. 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути. Представтеся, я ваше запитання. Мене звати пані Наталя, місто Львів. Мені 66 років. Дуже приємно. Ваше запитання. У мене таке запитання. Я перенесла операцію на щитовидку, виділена повністю. Жовчний міхур у мене виділений. І якщо я п'ю воду, то якщо я п'ю до 3 стаканів води в день, то я ще переношу. Якщо я більше, у мене починається жажда сильна. І в мене зупиняється мочевиділення повністю. І тоді мені погано робиться, піднімається тих, що з чим це зв'язано.
Дякую вам за ваше запитання. Будьте здорові. Дякую. Ну, это вот о том, о чем мы говорили. То есть вода попадает в еду, она нарушает процесс пищеварения. Такая вода не может всасываться, потому что идет процесс пищеварения, хоть как-то он растянулся. Понимаете, либо вдох, либо выдох. Либо есть пища в пищеварительной системе, идет секреция соков, переваривание. Либо идет, в конце концов, всасывание. По-другому не может. Одна какая-то клетка выделяет пищеварительный сок, а вторая тут же всасывает. Что будем рекомендовать? Здесь нужно не злоупотреблять количеством воды по той простой причине. Раз удалена щитовидка, там нарушена эндокринная система, и там очень вероятно развитие атеросклероза сосудов. А перебор с водой людям с проблемными сосудами, с атеросклерозом, то, что в сюжете перед этим был сахарный диабет, там автоматически две проблемы. С центра идет атеросклероз, а с периферии диабетическая ангиопатия. И сосуды в очень плохом состоянии. И перегрузить сосудистое русло водой очень легко их нарушить. К сожалению, ну... Але ж пити треба. Пить нужно, но пить нужно правильно в зависимости от состояния человека. То есть если молодой здоровый человек, те цифры, которые мы сказали, да. Если человек, у него проблема с сердцем, сосудами, с почками, то есть у него уже система транспорта воды по организму и система удаления лишней воды, они скомпрометированы, они нарушены. Вот здесь совершенно другие цифры. Здесь 1.5% от массы тела плюс компенсировать диурез за вчера. То есть человек весом 60 килограмм, тот же, но уже с этими проблемами. 1.5% от массы тела, это 900 миллилитров всего. И вопрос, сколько было мочи вчера. Пол-литра, значит 900 плюс пол-литра, литр 400. Вот тут, потому что главное тут не перегрузить эту систему. Но воду пить нужно, потому что тут палка о двух концах. Перебор с водой человеку с проблемами сердца и сосудов плохо, потому что система не выдерживает. Тонны воды этой качать лишней. Недобор с водой. Кровь становится сухой, жажда, вязкость крови и густую сметану. Опять-таки сердцу тяжело качать. Треба один раз для себе вирахувати и наслідувати ті правила. И смотреть за своим состоянием здоровья, как оно лучше. Ще у нас є запитання до вас. 490-11-34, будь ласка, алло. Алло. Да-да, ви мене чуєте? Раді вас чути. Представтеся, будь ласка, ваше запитання. Мене звати Євгенія, я з Миколаївської області. У мене два запитання. Будь ласка. Перше питання у мене таке. У нас маленькому ребеночку 1.5 місяця, так? І скільки йому треба води давати? Це раз. Перше питання. І друге, у мене гастрит желудка. Що мені, скільки мені води? Я води дуже мало п'ю. У мене жажди немає. Я води не хочу пити. Я літр півтора через силу я випиваю. Спасибо за мене. Вам дякую за ваші запитання, будьте здорові. Перше про дитину, да. І далі. Ну, ребенок 1.5 місяця, тут нужно смотреть за поведением ребенка. Если у мамы молоко более-менее жидкое, и ему хватает воды из этого источника, ребенок нормально развивается, он не капризный, он спит нормально, у него пищеварение идет хорошо, ему вода не нужна. Но если у ребенка, ну скажем так, его поведение немножко отличается от нормального, нужно попробовать дать ребенку воды. Может быть, он не может сказать, что у него жажда. Но мы можем это увидеть по калу, который идет более сухой. Может быть, запор у ребенка есть. Колики совершенно верно. То есть там будут проблемы. Вот. И здесь вот можно попробовать дать ребенку просто кипяченой водички, чистенькой, тепленькой дать выпить и посмотреть, как будет реакция. Как правило, ну, ребенок очень хороший индикатор в этом плане. Что касается гастрит, ну, гастрит это не показание, не противопоказание к употреблению воды. Ну, судя по возрасту, там, женщина в возрасте, то ей нужно смотреть по другим своим болезням. Нет ли у нее проблемы с артериальным давлением, нет ли каких-то проявлений, там, ишемической болезни сердца, то есть, вот, насколько у нее более-менее хорошее сосудистое русло. Если там все нормально, без проблем. Если там есть какие-то проблемы, конечно, лучше подойти к врачу-кардиологу и с ним эту тему обсудить, чтобы понять, вот, сколько воды реально нужно. Знову ж таки, нещодавно, ви абсолютно правильно сказали, була шалена спека. Зараз бачимо спад температури і не знаємо, що буде далі. Можливо, вже осінь нас буде доганяти. Чи треба якось перестраювати свій режим води? Однозначно нужно. І регулювати нужно в більшій степені продуктами питання. Летом, для того, чтобы пищеварительную систему не блокировать надолго, если температура там 30-33 и выше, тут продукты питания основные должны быть легко переваривающиеся. Мясо, рыба, яйца, птицы, это все откладываем, экономим, там, складываем в холодильник где-то еще, но не использовать вовнутрь. Они долго перевариваются, они блокируют пищеварительную систему, человек не может нести воду, не нарушив процесс пищеварения.
Вот здесь вот легкие продукты, какие-то кисломолочные, кашки, это какие-то овощи, овощные рагу, там какие-то компоты, супчики постные. Не нужно там пытаться организм, где-то еще кусок мяса вложить. Он будет тормозить всю эту систему. Потому что там ключевое слово, не погибнет человек от белковой дистрофии, но от перегревания легко и просто. Поэтому водичка должна входить. Алкогольні напитки убираються, тому що вони перегрівають організм. А ближче до осені можна вже і м'яско, і рибку, все, що вимагає більше енергії. Постепенно вносити свій раціон, так. І потрібно дуже контролювати, дуже слухати, що говорить там гідромедцентр. Тому що якщо вдруг, от зараз температура більш-менш комфортна, але якщо з часом буде потепління, тут потрібно жорстко міняти свій раціон і зменшати рівень фізичної активності. Потому что те, кто не перестраиваются, у них возникают жесткие проблемы. Вчера терморегуляция шла при одних условиях, сегодня более жесткие условия, быстрее потери воды и при физических нагрузках, при эмоциональных напряжениях. Просто при нарушении системы питания, просто человек кушал 1-2 раза в день в жару, он мог себе позволить пару раз в день покушать, а в жару он обязан воду вносить в разных источниках. И вот тогда терморегуляция будет идти более-менее оптимально. Ще запитання від наших глядачів. Я вам щиро дякую. 491-34. Алло, готую вас послухати. Ваше запитання. Алло. Раді вас чути. Представтеся, будь ласка, яке ваше запитання? Моє запитання... Здравствуйте. День добрий. Будь ласка, говоріть ваше запитання. Валентина Володимирівна, Київ. Я хочу спитати у доктора. Я хочу спитати у доктора, це правильно, що я п'ю воду з кораловим кальцієм постійно? І що ми беремо сім'я, на сім'ю беремо повністю воду, от цю 50-копеєчну в автоматах, що в домах зараз у нас на Троєщині? Так, дякую вам за ваше запитання. Будьте здорові. Ну, щелочними водами я б не советував увлекаться, тому що щелочна вода, к сожалению, вона блокує пищеварительну систему. Она не дает работать желудку как органу, который переваривает, начинает переваривать самую тяжелую белковую пищу. И вот здесь могут возникать разные нюансы. Щелочная вода нужна под физическую нагрузку. Она нужна спортсмену. Она нужна человеку, который ведет физически активный образ жизни. Вот там, да, там можно ее встроить в этот образ жизни, чтобы помочь выполнить эту, ну, часто не совсем простую нагрузку. Для обычного человека щелочные воды, они особо не нужны, они просто нарушают работу системы пищеварения. Что касается так. Я, ви знаєте, я от хочу трішки перелаштувати нашу розмову. Коли приходиш до магазину, до маркету, звичайно, великий вибір різних напоїв. Коли ти бачиш там, звичайно, водичку, йдеш купуєш, там є сильногазована, середньогазована, слабкогазована, взагалі без газу. І ти думаєш, яку ж обрати, бо інші кажуть, що треба пити звичайну воду, інші кажуть, що треба пити газовану воду. От що обрати для себе? Якщо у тебе є якісь проблеми зі шлунком, яку ж тобі воду брати? А якщо немає, чи можна пити ту саму сильну газовану воду? Чи не зашкодить вона твоєму шлунку? Смотрите, если мы берем просто воду для питья, и у человека есть язвенная болезнь, у него гастрит, состояние обострения, то, конечно, углекислый газ ему противопоказан, он стимулирует секрецию. Вот. Если человек обычный, у него нормальный желудок, относительно нормальный, потому что абсолютно здоровых людей не существует, но, в принципе, в данном случае лучше я бы советовал пить воду с газом. Вода с углекислым газом раздражает желудок, усиливает его активность и подготавливает желудок к приему следующей пищи. Если же мы берем, вот как прозвучало, что вода из какого-то автомата, у меня большой вопрос, как часто очищается этот сам автомат. Потому что вода, в принципе, если мы берем какую-то емкость, взяли пол-литровую бутылочку, купили, открыли, выпили. Да, производитель очистил, он свою репутацию будет беречь, вода чистая. Если мы берем большую емкость и начинаем пить из нее каким-то способом, то ли отлили мы как-то, на место воды, которую мы взяли для себя, зашел воздух. Воздух с бактериями, воздух с вирусами. И вот здесь возникает вопрос, результат конечный от употребления такой воды. Тут нужно четко понимать, что вода перед употреблением, не когда-то, а именно перед употреблением, вот здесь, должна быть абсолютно чистой и безопасной. Во всяком случае, как тоді ставитися до квасу, коли ми говоримо про великі ємкості, також зберігається квас, якщо ми не говоримо, що ми його купуємо у бутлях у маркеті, а ми говоримо про той квас, який продають на вулицях. Ну, там уже есть бактерия,
То есть квас – это продукт жизнедеятельности бактерий, которые размножились, и они в этот квас других бактерий не пустят. Они их просто добросовестно съедят, и квас будет еще лучше. Вот. Поэтому этот продукт, да, кисломолочные продукты, они в принципе заквашиваются на определенных видах бактерий, и эти бактерии, размножившись в этом продукте, они никого другого туда не пустят. Вот вопрос в другом, когда вода не обладает антибактериальными свойствами. И сюда заходят любые бактерии, идут конфликты, они воюют друг с другом, используют слабых как питательную среду и размножаются более сильные, более агрессивные. Вот тут вопрос большой, что мы получим в результате употребления такой воды. Вода не должна стоять. Вот это принципиальное условие, не нужно настаивать воду. Хочет человек получить там какой-то кремний в домашних условиях, организуйте поток воды вдоль этого кремния, мимо него, чтобы растворить какой-то кремний, себя и используйте. Настаивать не нужно. Дякую вам за информацию. Это большая очень опасность. 490-11-34, это наша телефонная линия и ваше запитание. Алло. Алло. Будь ласка, говорить. Алло. Телепатическая связь. Добре, намагайтеся ще раз нам дозвонитися. Ми чекаємо 490-11-34. Ви кажете, що настоювати нічого не треба. А як щодо компотів, узварів, які кажуть, що треба, щоб він постояв, щоб був добрий компот той самий? Смотрите, если мы берем компот, там есть органические кислоты, которые подавляют активность бактерий. Плюс мы воду прокипятили и часть бактерий убили. И фактически такой продукт, пока в него не попадут новые виды бактерий, он будет доброкачественный. Так же, как и украинский борщ, как и другие напитки. Но здесь... Завжди ж кажуть, треба, щоб ця страва, вона постояла, тоді буде, вона буде найкращою, найсмачнішою, найкориснішою. Вот. А что происходит при этом? Вода, она вытягивает на себя из овощей, из фруктов те полезные вещества, которые там были. Да. И продукт становится более полезным, потому что вода обогатилась. Вот тут вот опять-таки возвращаюсь к тому же, что чем чище вода, тем больше полезных веществ она извлечет. И скажем, заварить чай, допустим, тот же на мягкой воде и на жесткой воде, это две большие разницы. На жесткой воде это просто будет бурда, а на мягкой будет полезный напиток. Будь ласка, ваше запитание. Алло. Алло, Киев беспокоит. Будь ласка. Сколько пить воды при запорах? Дякую вам за ваше запитання. Коли є закрепи, якщо збільшити кількість рідини, чи це допоможе? Може бути. Якщо чоловік дійсно пив мало води, і у нього все остальное працює добре, то, по большому счету, увеличив воду, проблеми запору він лишиться. Але тут вода не сама по себе вирішує цю проблему, а в союзі з клітчаткою. Тобто, якщо в раціоні є достатньо кількість овочів і фруктів, вони, натягуючи на себе воду, створюють об'єм. Вода сама по себе об'єм не створює. Вода работает только с клетчаткой. Если есть какие-то рагу, какие-то супчики, какие-то винегреты и добавили воду, вот эта клетчатка в приличном объеме проходит по кишечнику, вызывает раздражение. Еще один момент – это состояние поясничного отдела позвоночника, потому что клетчатка идет по кишечнику, раздражаются рецепторы кишечника, идет импульс в поясницу, оттуда ответ, кишечник сократился, человек получил желание сходить в туалет. Ну и есть еще четвертый момент из основных для борьбы с запорами, это работа желчного пузыря, то есть сброс желчи. Желчь еще более сильный активатор перистальтики кишечника, чем клетчатка с водой. Ну вот в союзе решается, если эти все ситуации решить, то есть посадить человека на частое дробное питание с овощами, фруктами в рационе, вытеснить немножко каши и хлеб, то проблемы с запором не будет. Я вам щиро дякую за участь в нашей сегодняшней программе. Вам, звичайно, бажаю міцного здоров'я. Приходьте ще. Я вам щиро дякую. І нагадую, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт, дієтолог. Як завжди нагадую, дивіться нас кожен.